Ну, после игры с Брянском прошло 6 дней, у нас было 2 выходных. Ребята пришли, в общем-то, отдохнувшими. Тренировки не были такими интенсивными, ну, потому что конец первой части, как бы, я думаю, что они должны восстановиться и с хорошим настроением подойти к этой игре. Как всегда, боевой настрой. Готовились. Сейчас вот побольше дней было. Дорога только тяжелая из Брянска была, а так, как бы, побольше дней, хотя бы 6 дней было восстановиться и подготовиться. Эмоции максимального настроя, максимальная концентрация. Завтра уже игра. У нас был определенный недокомплект футболистов. Там пропускали и по желтым карточкам, и по травмам. Но вот на данный момент практически все футболисты, которые у нас заявлены, они все готовы к игре и будут готовиться к игре. Сейчас у нас полный комплект, кроме Коли Маркова. У него проблемы небольшие. Вот. Понимаем, что скоро отпуск, и хотелось бы и болельщиков максимально порадовать в эти оставшиеся игры, и самим подняться как можно выше в турнирной таблице. С мотивацией проблем нет. В коллективе микроклимат отличный. Физические кондиции, я думаю, у нас в порядке. И важно следовать своей тактике, своей выбранной философии. Я надеюсь, все будет хорошо. Поэтому сейчас будем делать все, чтобы выиграть «Нефтехимик». Ну, это хорошая организованная команда, которая, ну, не всегда владеет, допустим, мячом, больше может играет от обороны, но это очень качественная команда, организованная, хорошо работает при стандартах. То, что нам надо уделить внимание вот именно в обороне при стандартах. Ну, интересная команда. Конечно, нужно играть свою игру, вот, реализовывать свои моменты и повнимательнее в обороне. Ну, в принципе, как с любым соперником, просто здесь, мне кажется, нужно больше внимания уделить именно реализации моментов, потому что с такими командами их много не бывает. Желание выиграть. Мы две игры дома проиграли. Хочется порадовать наших болельщиков в нашем родном манеже, что мы, в принципе, должны здесь показывать хороший футбол. Даже без болельщиков, но болельщики все равно же смотрят нас по телевизору. И постараться сделать все возможное, чтобы выиграть эту игру. В любом случае, не перестану повторять, мы делаем все для них. Для того, чтобы они испытывали эмоции. Поэтому, конечно, мы чувствуем всегда поддержку.